Вітаю вас, дорогі мої друзі, на своєму каналі. І сьогодні я із задоволенням знову знайомлюся з кухнею Молдови і продовжую знайомити вас. Ну, той, хто вже бачив на моєму каналі декілька страв, які ми готували з моєю подругою, з Наталею, і вже пересвідчились, що вона готує дуже смачно. Я думаю, що цей новий рецепт вам прийде до смаку теж. А сьогодні ми будемо готувати ікру з печених баклажанів. У нас теж готують цю страву, але я думаю, що в Наталі, як завжди, якісь секретики, якими вона з нами ділиться, і вони роблять страву якоюсь надзвичайною, з особливою родзинкою. До речі, Наталочка мені обмовилася двома словами, що все починається з того, що вона в казанок наливає олію і туди викладає баклажани, щоб вони пеклися. Але як це відбувається, ми зараз побачимо разом. Ух ты! Ну, ребята, мы уже давно говорили о том, что вот такие вот казанки – это просто сказка на кухне. Крышку. Ага, у нас там три, да? У нас там три больших, средние. Чтобы не место, мы должны поворачивать на одну сторону, другую. И делаем немного. Мы все их спечем? А немного будет? Нас будет четверо. То как раз будет. Готовим для сетевых. Понятно. Поворачивать надо. Ага, поворачиваем на другую сторону. Чтобы они не... Сверху, да? Немножечко. Чтобы оно не брызгало. Ага, ага. Великолепно. Красиво так смотрится. Наташенька, сколько должна знать блюд? Ну вот женщина, молдаванка, сколько это? Очень даже? Много. Вот. Даже не могу сказать, сколько вообще. Но... Вообще, все, что есть, она должна готовить спокойно, мама там. Все, что болело, это... Ну, мама, наверное, учит, да, вас? Да, конечно, с малых лет. С малых лет. Все сделать. Чтобы оно было вкусно, чтобы... Быстро приготовилась, чтобы муж недолго ждал. Это секрет. Секрет молдавской кухни, чтобы муж недолго ждал. Потому что муж работает, и ты работаешь быстро. Быстро, быстро, быстро. Закрываем крышкой. Чтобы пар, чтобы сохранялось все вот это вкусненькое, да? Да. И чтобы оно текло, то, что внутри, вот черное, вот это, оно должно течь с него. Ага. Но сперва мы ее оттушим немножко, чтобы оно могло. Угу, угу, понятно. Мы ее кожуру возьмем. Снимать будем шкурку, да? И она лучше будет. Отлично. Дальше вторая партия. Вторая партия. Ух ты, ух ты. Немножко сольки для того, чтобы быстрее, да, чтобы они быстрее пеклись, да? Нет, чтобы она не брызгалась. А, и чтобы не брызгалась, да. Угу, угу. Так, чистим баклажан. Смотрите, какая прелесть. Наташа как волшебница. Все спорится в руках, все делается. Шкурочка легко сходит. Остается зарезан вот так, чтобы с него текло вот эта сок. Емкость, жидкость такая. Горькая жидкость. И вот когда так порежешь, то стекает горькая жидкость, которая горчит, как правило, в баклажане, да? Да, да. Ух ты, вот это такой секретик, ребятки, первый, номер один секретик. Так, и ложим вот так, чтобы оно могло... Ага, ага, да-да-да, немножечко под наклончиком, чтобы стекала эта жидкость. Угу, немножечко, видите, кастрюля под наклоном. И так мы выкладываем все остальные баклажанчики, да? Чистим и выкладываем в кастрюльку. Ну, мы можем готовить то же самое для зимы. Для зимы, вот такие, да? Такие они. Вот, ага. Таких мы ждем, чтобы они текли вот это
все, что она горчит. Ага, все это самое. Мы можем в каждой, вот сколько эта семья кушает, в одно целлофане, вот в мешках вот так. Воздух, чтобы оттуда убрать и поставить в холодильник. Заморозку. И ты можешь даже на следующую весну кушать. Ну, то есть мы вот эти печеные баклажаны, которые мы сделали, да, вот мы их так разрезаем. Да. Оттуда сок выходит, который горчит. И мы потом, если мы хотим сделать заготовку на зиму, мы в кулечек выбиваем, ну, забираем ставим столько, сколько нам надо. Нам надо закрывать просто. Ага. И в морозилку. Ага. И вы будете всю зиму как будто только что... Ага, то есть ты разморозила, но уже вроде бы ты только что спек. Все, готовила. Только будешь, ну, так как лук будешь, срезать мелкими. Ага. Надо... Поджарить немножко. Поджарить немножко. Ложишь все это самое. С баклажанчиком. Баклажана с луком. И немножко добавляешь чеснок. Ага. И все. И получается такая вкусняшка зимой. Надо взять на вооружение. Спасибо. Я сейчас немножко закончу. Я приготовлю на сейчас. Вот то же самое на зиму, но только она будет заморожена. Понятно. Мы будем ждать, чтобы она разморозилась. Ну да, 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 да. Ложим это. Так, спасибо. Возьмем на заметку, хозяюшки. Это чтобы быстро было зимой. Да. Приходишь, не знаю, что готовить, быстро. Берешь это баклажан и все. Да. Особенно если вдруг гости нагрянули. Раз, достала и уже все. Блюдо готово за 5 минут. Пока я тут занималась разговорами, я думаю, почему я плачу? Оказывается, Наташенька режет лук. Мелкими-мелкими кубичками. Да. Красный и белый. Красный и белый лук. Они, поскольку не одинаковые. Конечно. Но мне кажется, белый лук злее, да? Злее белый лук? Но я вот стою на расстоянии метра, а у меня глаза слезятся, плачут. Хотя... А у Наташи нет. Не, Наташа не плачет. Наташа стойкий оловянный солдатик. Это лучок мы для чего готовим сейчас? Для серых, для баклажана. А, для баклажанов, ребята, мы сейчас готовим лучок. Вот наши баклажанчики испеченные, вот они там. Ой, сколько жидкости вытекло с них. Это та жидкость, которая горчит. Поэтому мы кастрюльку поставили немножечко под наклоном. И стекает это все. Вот у нас сколько. О, сколько лука. Ну, достаточно. У нас получается большая-большая синяя цибулька, да, и большая-большая белая. Подсолнечное масло. И сейчас на плиту. И будем... На маленький огонь. На маленький огонь. Оно не жарилось, а так смягчилось. А, смягчилось. Ага, чуть-чуть притушилось, прихватилось чуть-чуть. Короче, Наташа занимается не приготовлением еды, а колдовством. Колдовством на кухне, потому что все у Наташеньки очень вкусно получается. Вот. А я учусь. Ага. Угу. Проявился вкус. Когда чуть-чуть соли, вкус проявляется. Я сейчас добавлю немножко. Это перец, да? Это молотый перец? Угу. Слезы у меня до сих пор. Пекут глаза. Лавровый? Ага. И тоже мы бросаем туда? Интересно. Очень все интересно. Процесс идет. Красивая очень картинка. Мне очень нравится. Не, серьезно. Очень красивая картинка. Если картинка красивая. Да. Так, сок, который горчит, мы слили. Так. Мы измельчаем все это. Ага, режем кубиками дальше, да? Оно сюда уже... Оно ж порезанное, да. Теперь, получается, кубиками режем, да. И чан, в котором у нас лук и...
Да, масло подсолнечное, сольчик, соль, перец и лаврушка. Вот мы все туда режем и выкладываем. Ну вот, последняя баклажанчика заброшена. Ну, ничего страшного. Быстро поднятое упавшим не считается. Вкусно? Ну, конечно, вкусно. Перемешиваем все. Так. Ну, сколько мы тушим? Будем пробовать, да? Взяла огурка. Ага. Запах, наверное, да, и немножко привкус. Российскую батарею из двух установок С-300, говорится на странице оперативного командования ЮГ. Как доказательство было опубликовано и видео, на котором запечатлены две горящие пусковые установки и одна разбитая машина. Сообщается, что они находились в 40 километрах к югу от Херсона. Отметим, оперативно проверить и подтвердить заявление воюющих сторон в условиях войны не предоставляется возможным. Мы с Наташенькой очень надеемся, что скоро все это закончится. Конечно, будет закончиться. Мы... Враг должен быть врагом. Это зенитные ракетные установки. В данном случае их использовали для стрельбы по наземным целям. Так, а это что мы делаем? Чеснок в нем? Чеснок добавлю вот это. Ага, сверху еще чеснок. Теперь с чесночком тоже перемешали, да? Масло надо добавить, да, чуть-чуть. Она любит очень масло. Любит масло, да? Как сухая земля воду любит. Так, ну и теперь будем ждать и пробовать. Вот оно, видите, такое вязкое, какое-то прям такое. Ага. На соль, да? Надо еще соли? Надо. Солим. Если не поставишь соль, она не будет вкусная. Угу. Она любит соль и масло. Соль и масло, да? Ну, уже видно, что уже однородная масса. Не отдельно все, а уже вместе. Да, прям такая вот красивая. А? Красота. Блюдо готово. Мы его перекладываем. Видите, какое оно красивое, мягенькое, видно. Ой, как это все красиво и вкусно, я так понимаю. Сейчас будем пробовать. Так, это блюдо, Наташенька говорит, можно и в горячем, и в холодном виде, да? Пробуем. Попробуем. Так. Ну, как? Попробуй. Сейчас я попробую вот это красивое блюдо. Ну, только нежное. А я больше подсолила. Но мне кажется, это на вкус уже каждого. Каждый если, может. Да. Но это очень вкусно, очень нежно. Ну, вы видите по консистенции, какое оно. Прям вот, знаете, у кого зубов нету, это просто рекомендую это блюдо на всю зиму. Нежнейшее блюдо. Очень вкусное. Зиму только вот... Наташенька, спасибо огромное. Замечательный рецепт. Замечательный, ребята, посмотрите. Это очень красиво и очень вкусно. Если вы желаете подать это блюдо на праздничный стол, и есть у вас люди, которые любят зелень, то можно сверху еще посыпать укропчиком, мелко-мелко порезанным. Приятного аппетита, друзья!